Уважаемая публика, дорогие зрители, дорогие женщины, накануне прекрасного праздника мы присоединяемся ко всем поздравлениям. Желаю вам счастья, здоровья и, конечно, любви. Наш небольшой концерт называется «Дыхание любви». Вы услышите романсы различных композиторов и отрывки из писем великих писателей. Наш концерт идет без антракта. Я вас попрошу выключить сотовые телефоны, если вы еще этого не сделали. Спасибо. Итак, мы начинаем. Вы спрашиваете меня, как нахожу я время вам писать. Ну так вот, дорогая моя Ева, позвольте мне сократить ваше имя, так как оно лучше докажет, что вы олицетворяете для меня все женское начало, единственную в мире женщину. Вы наполняете для меня весь мир, как Ева для первого мужчины. Ну так вот, вы единственная, спросившая у бедного художника, которому не хватает времени, не жертвует ли он чем-нибудь великим, думая и обращаясь к своей возлюбленной. Вокруг меня никто над этим не задумывается. Каждый без колебаний отнял бы все мое время. А я теперь хотел бы посвятить вам всю мою жизнь, думать только о вас, писать только вам. С какой радостью, если бы я был свободен от всяких забот, бросил бы я все мои лавры, всю мою славу, все мои самые лучшие произведения, словно зерна ладана на алтарь любви. Любить, Ева! В этом вся моя жизнь. Чего же снова?
Люби же, мой Альфред, люби по-настоящему. Полюби молодую, прекрасную женщину, еще не любившую, не страдавшую. Заботься о ней и не давай ей страдать. Сердце женщины ведь так нежно, если это только не камень и не ледышка. Напрасно ты стараешься отгородиться своим недоверием или укрыться за беспечностью ребенка. Твоя душа создана для того, чтобы любить пламенно или совершенно очерстветь. Я не могу поверить, чтобы с таким запасом силы юности ты мог удариться в священное постоянство. Ты будешь выходить из него постоянно и безотчетно, устремишь на недостойные объекты щедрый поток твоей любви. Ты повторял сотни раз: в мире есть только одна значительная вещь – любовь. Быть может, эта божественная способность, утрачиваемая и вновь обретаемая, которую надо культивировать или покупать ценой жестоких страданий и мучительных испытаний. Быть может, ты любил меня мучительно для того, чтобы отдаться другой любви непосредственно и легко. Быть может, та будущая возлюбленная будет тебя любить меньше, чем я. Но возможно, что она будет счастливее и более меня любима. В этих вещах столько необъяснимого, и Господь наталкивает нас на столь новые и неожиданные пути. Отдайся судьбе, не спорь с ней, она не предает своих избранников. Хризантемы в саду.
Вы делали все, чтобы привлечь мое внимание и возбудить мое чувство к вам. И когда вы, наконец, достигли цели, вы медлите в нерешительности. Вы добились моей любви. Почему же вас что-то останавливает? Почему вы не взяли меня? Так ли поступает страсть? Нет, если бы вы действительно любили, вы не стали бы философствовать, вас не остановили бы принципиальные сомнения. Да и какой тут может быть вопрос? Страсть сама по себе носит свое право. И почему смотреть на обладание женщины суеверным страхом нужно и обставлять его тысячью условностей, как некое священнодействие? Я горько проучена вами, и отныне буду осторожной. Мне не нужно больше любви. Я буду искать твердой, дружеской руки, которая удерживала бы меня от необдуманных шагов и непоследовательности. Вы же и впредь останетесь мне дороги, но только как книга. Как раньше любил я.
один, без ласки, без сладостных чар. Обидно до сам, до слез и до мучения, что в жизни так поздно мы встретились с тобой. Отныне, дорогая моя подруга, твердо знай, что бы я ни писал, что бы я тебе ни писал под давлением печали или радости, знай, что в душе у меня необъятная любовь, что ты заполнила мое сердце и жизнь, и что, хотя я не всегда умею выражать тебе эту любовь, все же ничто не изменит ее, что она будет цвести все прекраснее, все свежее и все пленительнее, ибо эта любовь истинная, а истинная любовь должна все расти. Это прекрасный многолетний цветок, корни которого в сердце. Ростки и ветви простираются ввысь, усиливаясь с каждым годом свое дивное цветение. И скажи мне, дорогая моя жизнь, повторяй мне это непрестанно, повторяй, что ничто не помнет ни его стебля, ни его нежных листьев, что он разрастается в наших обоих сердцах. Свободно, лелеемый, подобно еще одной жизни в нашей жизни, в этой единой жизни. О, как я люблю тебя! И какое сладкое успокоение нисходит на меня от этой любви. Я не чувствую возможной боли. Ты видишь, что в этом моя сила. Thank you.
судьба бросила нас в объятия друг друга. Нас охватила страсть. Не было ни сопротивления, ни размышления. Все решало твое желание. Оно господствовало над моим. Я подчинилась твоей любви, не зная еще силы моей любви. Но я подчинилась ей, опьяненная, предчувствуя, что первой иссякнет твоя любовь. Потому что я знаю, насколько мои привязанности глубоки, насыщенны, спокойны и упорны. В слезах я приняла первые твои ласки. В течение нескольких дней ты меня любил так, что мечтал не только о телесном, но и об абсолютном соединении наших судеб. Ты даже назначил для этого срок, он приближается. Успокойся. Твое обещание начертано в моем сердце, а оно принадлежит тебе. Это листок из книги жизни. Ты можешь его разорвать. Когда я стала беззащитной, когда моя сила сломилась, когда все струны моего существа обнажились и зазвучали под твоей рукой, моя любовь к тебе стала такой сильной и глубокой, что я не могу себе представить другой цели в жизни, как только жить, с тобой. Как светлый дождь в начале лета.
Сил ждать, что ты непременно убежишь ко мне. Домогайся одного, чего еще можно домогаться, чтобы тебя отпустили они сами на все четыре стороны, толкнули в меня, тебя в мои объятия. Грози, что ты не будешь скрывать любви своей, не побоишься никого и ничего. Может быть, ты надоешь им своей твердостью. Может быть, они выгонят тебя ко мне. О, если бы это случилось! Тебе это в тысячу раз было бы легче, чем побег, а я весь от тебя завишу. Твое спокойствие есть мое блаженство. Мы еще имеем перед собой два или полтора месяца, это довольно времени. Если уже непременно увезут тебя, найди случай во что бы то ни стало известить меня через почту, где ты. Я прилечу на крыльях любви, я убью все мое состояние. Я войду в долги, я закабалю, заложу всю мою будущность, чтобы иметь средства овладеть тобою. Мы играем в ужасную игру, но это будет как быть или не быть. Очень.
очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидел вас не в добрый час. Ах, эти черные глаза, ах, эти черные глаза меня погубят, их позабыть нигде нельзя. Совсем другое.
пришли совсем случайно. Я помню плачущий рояль и вашу ход со любовью тайной и даже черную плать. Шепнули вы, смеясь в ответ, быть может, да, быть может, нет. Где вы теперь? О, как я жалок! Душе мучительный упрек, а на столе букет фиалок и ваш надушенный платок. Где вы теперь? Молчит рассвет. Быть может, да, быть может, нет. Ты судишь обо мне? Как женщина. Жаловаться ли мне на это? Ты так меня любишь, что создаешь себе иллюзии. Находишь у меня талант, ум, стиль. Это у меня, у меня. Но ты сделаешь меня тщеславным. Я-то гордился отсутствием у меня этого чувства. Заметь, как ты уже сама изменилась с начала нашего знакомства. Ты уже утратила критическую способность и принимаешь за великого человека того, кто тебя любит. Отчего бы я не был великим? Это ведь она тебя любит. Да, я хотел бы написать прекрасные, великие вещи, чтобы ты плакала над ними от восторга. Я бы поставил пьесу, ты сидела бы в ложе, смотрела бы и слушала, как мне аплодируют. Но наоборот, стремясь всегда поднять меня до созданного тобою образа, а не утомишься ли ты обожествлять меня? Вот в чем вопрос. Наши встречи.
кипит кругом, и нам ли думать о былом? Ведь не стареем, а молодеем мы с каждым днем. Знаю, милый мой, при встрече дружеской с тобой я подойду и обниму, потом спрошу тебя лукаво, Саша. Thank you.
А теперь в самых простых словах, какими только я могу распоряжаться, позвольте мне нарисовать вам впечатление, произведенное на меня вашим внешним видом, когда вы вошли в комнату, бледная, колеблющаяся и, видимо, со стесненным сердцем, когда глаза ваши покоились на краткое мгновение на моих, я чувствовал в первый раз в моей жизни и признал существование духовного влияния всецело вне пределов рассудка. Я увидел, что вы, Елена, моя Елена, Елена тысячи снов, Елена, которой Бог предназначил быть моей, только моей. Если не теперь, увы, тогда потом и навсегда в небесах. Вы говорили, запинаясь, и, казалось, вряд ли сознавали, что вы говорили. Я не слышал слов, только мягкий голос, более близкий, более знакомый мне, чем мой собственный голос. Yeah.
Переживать самые сладостные дни моей юности. И пусть тебя не удивляет, что мое перо так помолодело, ведь моему сердцу сейчас 25 лет. Я люблю тебя, мой ангел. За свою жизнь человек, увы, переживает лишь две настоящих любви. Первую, которая умирает своей смертью, и вторую, от которой он умирает сам. К несчастью, я люблю тебя последней любовью. Ты ревнуешь меня, мое дорогое дитя, человека, который намного старше тебя. Но посуди сама, как тогда должен ревновать я, по целым дням не видя тебя. Вот, например, вчера я чуть было не сошел с ума, не мог работать и бесцельно ходил из угла в угол. Нет, мой драгоценный ангел, так я не могу любить, я не могу обладать тобой лишь наполовину. Я не говорю о физическом обладании. В моем чувстве к тебе сочетается страсть любовника и привязанность отца. Но именно поэтому я не могу обойтись без тебя. Еще раз повторяю тебе, задумайся над этим, потому что сейчас решается наше будущее. Задумайся, если ты хоть немного хочешь связать свою судьбу со мной. Мне необходимо быть рядом с тобой, чтобы принадлежать тебе, даже если ты не можешь принадлежать мне. Знаю.
ваше письмо еще и еще к губам моим, нежнейшая Ева, омывая его слезами радости или божественного отчаяния. Но я, который так недавно в вашем присутствии восхвалял могущество слов, что мне теперь эти слова? Если бы я мог верить в действительность молитвы к Богу на небесам, я, конечно, преклонил бы колено, смиренно стал бы на колено в эту самую серьезную пору моей жизни, стал бы на колено, умоляя о словах, только о словах, которые дали бы мне способность обнажить перед вами целиком все мое сердце. Если бы вы только могли заглянуть теперь в глубины моей души вашими чистыми духовными глазами, вы не могли бы не увидеть там великую мою любовь. Если бы я только мог держать вас все время близко-близко у моего сердца. Ночь